Привет из Западной Франции! Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня, 23 февраля, День защитника Отечества Российского. Поздравляю всех мужчин и женщин-военнослужащих с этим великим праздником России. Желаю вам здоровья, творческих успехов, хороших пенсий, хороших, достойных зарплат. Тяжело в России, пенсии маленькие, зарплаты маленькие, но народ российский живет, выходит из всех ситуаций, какие бы ни преподнесла жизнь. Я желаю вам здоровья, самое главное здоровье прежде всего, и желаю вам всяческих успехов. Будьте здоровы. Отечество – это ваша семья. Это ваши дети, это ваши родители, это ваши близкие родственники. Это наше Отечество, это наша Родина. Здоровья вам, здоровья, здоровья. Всего вам доброго.